верю. Господин президент, вы убийца? Послушайте меня. Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Я не уверен, что вы дали ответ на вопрос, на конкретный вопрос. Я сейчас добавлю, если вы позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа.